Проезд в общественном транспорте Бийска подорожает уже с 1 марта. Цена за билет в автобусах и трамваях составит 20 рублей. Сейчас бийчане платят 17 рублей 50 копеек. В автобусах, которые следуют в отдаленные поселки, цена повысится до 25 рублей. В администрации Наукограда сочли новый тариф обоснованным. Автоперевозчики предоставили все необходимые для этого документы. Отметим, цены на проезд в Бийске не менялись больше 2 лет. Кстати, уже сейчас при оплате за проезд можно получить скидку в 3 рубля. Правда, для этого нужно рассчитываться не обычной транспортной картой, а банковской. Но на таких условиях можно будет ездить не всегда. Своеобразная акция продлится до 25 марта.